На конкурс дети читают стихи. Гайдаш Павел, 9 лет, Амурская область, село Поярково. Александр Сергеевич Пушкин. Храни меня, мой талисман, храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаяния, волнений. В день печали был мне дан, когда подымет океан, вокруг меня валы ревущие, когда грозой грянут тучи. Храни меня, мой талисман, в уединенных чуждых стран, на лоне скучного покоя, в тревоге пламенного боя. Храни меня, мой талисман, священный сладостный обман, души волшебное светило, оно сокрылось, изменило. Храни меня, мой талисман, пускай же век сердечный кран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание, храни меня, мой талисман.